Закрытие 15-й по счету летней спартакиады по 6 видам спорта «Сделай правильный выбор» среди несовершеннолетних Ленинского района состоялось на базе средней школы номер 16 имени Героя Советского Союза Алексея Карасева. Именно здесь собрались те, кто участвовал в течение летнего периода в спортивных баталиях, а это более 500 несовершеннолетних, и это делает состязание в своем роде уникальным. Каждый участник соревнований в первую очередь получил заряд энергии, задор. И хотелось бы отметить, что данная спартакиада прививает вкус, интерес к здоровому образу жизни и показывает новые впечатления, новые эмоции. Ребята сдруживаются, ребята становятся более веселыми и проводят замечательное время. Миссия ежегодного спортивного поединка – не выбор сильнейшего. Главное – организовать интересный и продуктивный досуг молодежи. «Сделай правильный выбор» – одна из форм работы формирования правильного времяпрепровождения подростков. Спартакиада – единственная на Брещине. У нее нет аналогов, включает 6 видов спорта – плавание, пожарно-спасательный спорт, и настольный теннис, дартс, шахматы, мини-футбол и другие. Задачу привития нашим учащимся моды на здоровый образ жизни мы решаем уже в течение 15 лет, потому что нашей спартакиаде уже 15 лет. Виды спорта менялись каждый год, но тем не менее всегда есть ребята, которые с удовольствием приходят, несмотря на каникулы, и участвуют во всех соревнованиях, которые мы для них готовим. Самое главное, наверное, что все участники соревнований, а их в течение лета бывает в разные годы от 500 до 700 человек, и вот все, кто участвует в этих мероприятиях, ведут законопослушный образ жизни, и участниками соревнований не совершались ни в одном году ни преступления, ни правонарушения. То есть через здоровый образ жизни мы ведем их и к законопослушному образу жизни. На этот раз в рамках завершающего этапа спартакиады молодежь объединили подвижные игры. Участники отмечают, это не скучные соревнования для галочки. Это, в первую очередь, живые эмоции, поставленные достигнутые цели и отличное времяпрепровождение. Подводя общие итоги 15-й летней спартакиады «Сделай правильный выбор», можно отметить самые активные и результативные учреждения образования района. На пьедестале победителей средней школы номер 33, 16 и 9, но все же цель ежегодного спортивного поединка – не выбор сильнейшего. Главное – организовать интересный досуг молодежи. И с этой миссией организаторы проекта справляются на отлично, что подтверждают и сами участники. Самое главное – просто иметь хороший настрой, хорошее настроение и, ну, как бы стараться поддерживать команду, и все, в принципе. Не переживать, и все. Хорошо, а как вы оцениваете свои силы, и были ли у вас достойные конкуренты? Конкуренты любые достойные, а силы у нас, ну, увидим, когда результаты будут. Вот. Как прошло лето? Замечательно. Супер. Продуктивно. Спартакиада веселая, много людей, районов. В гимназии, в принципе, весело. Конкурсы довольно сложные. Пытаемся занять призовые места и все. Самой активной, самой многочисленной, самой инициативной спартакиаде «Сделай правильный выбор» 2024 стала команда средней школы номер 33.